все, пойдем так, пофиг. Черный лимон одну минуту просит. Настя, ты тут? Готова, нет? Мы не стоим. Нет, ты не, нет, не надо хилом. Короче, запомните самое главное, если получаете дебаф Трескучий Мороз, значит что-то делаете неправильно, вам нужно двигаться. Самое главное, двигайтесь постоянно вообще. И через каст бейте босса. Кто хочет положительные бафы, вот бегайте за фиолетовым кружочком. За фиолетовой меткой. У меня IQ просто 29. Фигурки не различаю. Оранжевый квадрат, да? Оранжевое небо, оранжевый квадратик. Настюха, ты тут? Лимон. Кашпировского. Помидор, ты слышал же, да, что говорил? Помидор, Шума. Все, ты готова? Нет, нет, что ты говорил? Или ты Шарел рассказал по тактике, ничего не понял. За ромбом, да, слышал. Кружочек который. А диалог. Да ё... Уберите кружочек, будут за ним бегать. Сука. Помидор, слышишь меня? Да, да, слышу. Так, все хорошо. Понял, да? Просто бегай там между костями. Да, да, я понял. Все, давайте уже. Ты готов, пойдемте. Сначала сливаем вот эти вот слепы. Пуруч, в метки в эти не попадай. Мелисунели, узбугой. Озвучивайте, на ком дебафы копятся. Пурыч. Двигайся, двигайся, Пурыч. В метках не стоит видеть. Озвучивайте, меня просто не показывают. Лутчик с неба, заходим все. Ну и делаешь это сколы. Напуливайте, напуливайте на БТК. Так ли на напуливайте или сорвете? Тут большие метки, выходим недалеко. Выходим недалеко с больших меток. Вышли все, вышли. Вот теперь забежали. И вставайте в лучики с неба. Спелим. Ну не хилите вообще. А еще танк есть? Сражался, давайте. Резайте, резайте, резайте. Резайте, нет больше. Там все бафайте? Единые есть у него. Смотри на боссе, когда баф появляется, пожимай панцирь и выйдет. Выбежали с больших меток, выбежали с меток. Забегаем и двигаемся, в шкурбе не стоим. Помидор был просто, смотри как он тупит. Говорю, он заслакает. Ну вот так ставить, реально принимать. А я ставил Англию, где моя сотка? Сотка торчичная. Хорошо, окей. Пойди в клип. Беги, малышка, беги. Выбежали из меток. Опа. У нас каждый раз так, что каждый рейд, что не соберем, всегда кто-то в первый раз. Да, есть люди, которые в первый раз. Блин, тогда сам себя можно диспелить. Блин, диспель в следующий раз сам себя, ты ж паладин. Обмен, дай. Я на ДФБ. А где это, Ангел? Очень плохая. Нет, кто-то...
Приехали. Блин, у меня были выключены хп бары. Что было вообще? Привет, что ты это? Я не понял, аккуратнышки там мало. Каноп что-то говорит, да? То самое вот меня с горлом. Ну это самое дело. Ну все тут танки, забирайте, пойдем. Угу. Угу. Блин. Что снова попробуем сделать без смертей? Как обычно? Классики. Дай сюда. Идите в одну точку мобов. Снизу, снизу. И бейте их. Попробуем. Надо их одновременно залить. Если хотите без смерти, вообще миликов всех с милизоны убирай. Все будет отлично. Обычку или геру? Ну, если хотите без смерти, то, конечно, обычку. Ну вот, тогда зачем уходить? Типа там же одни ваншоты. Геры у нас очень маленький урон. Я же 18 миллионов раз объясняю каждый раз одно и то же. Велика вообще в милизоне не должна быть, если вы хотите без смерти, поверьте. Самый простой и надежный способ. Просто в мелизоне, ну, чтобы находились одни танки. Ну или можно кого-то из сильных меликов оставить, типа прописать раньше, что там, 12, сколько там, и смотреть. Типа один мелик, два, может, даже вполне могут находиться. Если шарят. Ну, одного он фурика какого-нибудь пустил туда, который хорошо ДПС дает, и все. Лучше там никого не должно быть. Сколько там раньше? 12? Да десятки хватит. Ну, 14. Ага. Не меньше десятки точно. Хорошо. На 12 подписал. Если хотите еще бессмертие делать, надо обязательно ДЦ сюда. Три танка, ДЦ. И чтобы кто-то один из ШП, короче, забрал на себя моба, который кровожадность дает. Ну что там, 20% хст, это очень много. У нас был какой-то трай, я не помню, 2-3 ульды назад, там осталось буквально 2-3%. И не успели, короче, добить, ДД не хватило. Не успели до бессмертия? Да, до бессмертия. Есть, знаешь, такой момент, когда точно кто-то дохнет. 2 минуты, допустим. Не успели. Не успели до грысы, да? А мы тут до бессмертия не успели. Да? Где взять такой ДБМ, который показывает отсчет до чьей-то смерти? Ага, лол. Знаешь, типа, этот ДБМ Ванга, короче. Когда кулер с вреди можно, надо вообще, блядь, в 5 секунд укладываться с пула. Так, ну давай подумаем. ДЦ нам тогда понадобится, это фокус, наверное, будет. Наверное, это будет фокус. И ЛТ тогда пусть моба контролит. Ну да. Тогда хила. Ой, из миликов может зайти на... Ну, ладно, не будем заходить долго. Любого вара, который хорошо ДПС дает, остальных нафиг, вон все вот тут вот у колонн пусть стоят прям впритык и курят. Ну давай я останусь в мелизоне, Англиф. Глиф вроде, да, нормальный фурик, пусть он остается. Он тапать. Рок еще есть тоже хорошо. Жалко, что вот на этих сиденьях, вот, которые по бокам нельзя вставать, прыгать туда. Калк. Посмотрим, сколько у нас. Калк, да-да-да, если можешь, заходи на ШП.
Тут побольше РДД желательно. Поменьше меликов, побольше РДД. Давай тогда черный лимон тоже нашипай. Если заходите, ребята, мобы могут треснуться. Отойдите сюда все к кружочку. У нас очень мало времени. Тут быстро очень рисуются черви эти. И назначь в комнату нормальных людей, например, сова, хантер, который маг, например, чтобы они кидали контроль мобам. Вам надо идти в комнату очень долго, поэтому не торопитесь. 2:25 минут. Давай, да. Есть. Хорошо, Арт Вейдер идет в комнату, я иду, Ахламончик идет, Митриус идет. И давай кого еще? Англива. Англива еще. Можешь хила туда ДЦ, например, запустить и нормально. Пусть фокус там с вами похилит. Я думаю, пускай лучше здесь. А, да, ну ты иди в комнату. Иди. Да. Смотрите, контролите мобов. По одному мобу постоянно убивать, и остальных двух контролите. Хан трапу кидает, сова постоянно вихрюет. И там играйте в одного моба, и все. Может, сейчас расставимся, как ты помнишь, раньше расставлял народ? Ну, само собой, да-да-да. Сейчас моба за контролем, все присуманятся. И до боя наберем рейндж. Все запомнят, как на второй фазе будем стоять. Запомните свои места, и все будет отлично. И будем начинать. Да, защитники фиряются, станятся, короче, там что попало. Ну, все, что вам надо, это взять Мараксуса и Ханта. И, ну еще Сова, он тоже не тупой. Готерболды там будешь метки ставить на двух мобов, а третьего вы будете сливать точечно. Все, больше вам ничего не надо там делать. Хан трапу кидает, а маг кидает овцу. Изи. Да, для тех, кто здесь в первый раз, значит, босс кастует такую цепную молнию, вот от нее все и дохнут. Если люди стоят слишком близко, там, по-моему, 12 метров, то тогда она, ну, первую цель она бьет слабо, а вот вторую она там ваншотит, ну, или третью, как-то так. Поэтому надо держать рейндж, и тогда мы убьем и сделаем ачиву. Вот пишите, и все. Пишите, да, прямо сейчас, короче, рейндж 10-12, и смотрите, кто моба будет контролить, Альтея, сможешь контролем поддержать моба? Я тебе метку поставлю, и на протяжении всего боя, короче, будешь моба держать где-нибудь вот тут у выхода. Завоеватель, короче, называется моб. Я тебе метку поставлю. Там калк сможет. А, вот, отлично. Какую калку у тебя ник? Ушика. Джулиан. Ежик? Джулиан, ну все, ты уже контролишь. Так, а фибрилляция на кого перезашла? Фибрилляция никого не перезаходила. А вот она все. Ну теперь смотрите, чекай на готовность. Давай чекну, короче. Всем ли все понятно? Кому непонятно, что спрашиваете? Сейчас фокуса подождем еще. Фокус, ты тут, тебя только ждем. Сейчас будем набирать рейндж. Вот, маг кидай овцу на фиолетовый ромбик, короче, пойдемте. Кидай овцу. Пока не бейте моба. Овцу, вот. И теперь относительно кружочка в центре, на второй фазе так будет стоять босс. Набирайте рейндж 10-12 метров. Вообще, Саня, расходитесь по плацдарму. В центре оставьте хилом место. В центре только два танка. И вы, или три там. Кто у нас танки вообще? Беллин вижу. Вот кто еще танчит? Вот. Беллин, Экстримка и Митриус. Три же надо, правильно? Да, все отлично. Смотрите, ребята, танки, вы тоже друг с другом в рейнже находитесь. Все, остальные относительно центра набирайте рейндж, рассасывайтесь. Вот сюда, прям под платформу, сюда один человек. Кому места не хватило, тоже можете встать. Остальные, в принципе, вроде все в рейнже стоят, отлично. Зелоны, Англиф, вы будете стоять у стенок. Милики просто. Да, а милики вообще в стенку туда вжались, короче, и стоите, курите. Че, вроде все, всем все понятно, сейчас чекну на готовность. Все, запомнили все свои места, так и стойте. Если кто-то рейнджуху не будет соблюдать, говорите в РК. Ну все, убивайте моба, подходите, кто там в комнату. Станешь у самой стенки, вот там, где ты сейчас стоишь. Вот там вот Зелон и фибрилляция, у них явно нету 12 метров. Комнату сейчас заходим. Идите кто в комнату, заходит в комнату? Идите в комнату. Остальные все в кружочек. Остальные все в кружочек сейчас, подходите ко мне. Быстрее. Помидор.
Фибрилляция, иди сюда скорее. Фибрилляция, сейчас ты стоишь в кружочке. Сейчас первая фаза, стоим все в кружке. Только танки на рейнже. Так, Беллин у нас. Сейчас посмотрю, кто еще. Вот сейчас вылезет первый моб, его не бить ни в коем случае. Вот его не бить. Давай, контроль его. Контроль. Все, отлично. Вот фиолетовый ромбик не бить. Весь остальной трэш заливайте. Давай в центр моба. В комнате не торопитесь. Не бить, не бить, не бить фиолетовый ромбик. Не бить нельзя. Защитника, защитника теперь. Приоритет всегда защитник, кружок. Труп, убери его. Вой, давай стан защитнику. Все, молодцы. Налево, налево. В комнате влево. Играйте по метке, только по метке. Интересно, это хильте? Хильте, хильте, прожмись бы право. Направо. Налево. Знаете, тоже озвучивайте. Комнату озвучивайте. Сейчас будет защитник на арене. Надо в защитника переключиться. Вот защитник вышел, бейте его, милики. Подождите 3-4 секунды, не бейте сразу. Налево. В комнате большого убили, ракеты эти прошли. А, большого бьем. Все, отлично, ребята, смотрите, кто остался на арене. Говорю для вас, стоим все в кружочке. Сейчас выходит защитник. Приоритет всегда он, только милики сразу не врывайтесь. Подождите 3-4 секунды, пусть Беллин наагрит. На арене приоритет защитник, запомните, все. Вот он вышел. Бейте, бейте его. Паладины дайте стан фиолетовому кружочку защитнику. Чего большого отверни так, чтобы он по Англии не был. Все отлично. Этого завоевателя бейте. Не бьем только фиолетовый ромбик. Их массы заливайте, защитника нету. Что массы заливаем? Побери. Защитник, ребята. Трусы. Убить трусы моментально. Сразу не врываемся. Отлично. Они еще не готовы. Большой согрелся, большой. Давайте, проходите комнату. Пойдите комнату скорее, только не агрите босса, я скажу как. Сейчас нам еще большого убить. На мне дебаф. Сейчас сразу не врывайтесь, милики, в босса. Ой, защитника. Сейчас защитник вылезет. Вот они, трусы. Давайте РДДшки играем. Поехали, милики, туда. Ваша сейчас основная задача выжить. Мы все уйдем. Все, давайте, подходите к боссу, один наверху, кто-то из ДДшек останьтесь, остальные все вниз спускайтесь и вставайте в кружок. По моей команде наберете рейндж, пока все стоим в центре. Не бить его. Ждем еще один трэш и будем спускать. Стоим пока все в центре, в кружочке. Так, вот этот трэш залем, защитник. Ребята, защитник. Защитника сливаем. Давай, спускай босса, прямо сейчас, спускай. Трэш весь залить и набирайте рейнджуху прямо сейчас. Скорее, набирайте рейндж. Я сокрушу вас всех! Рейнджуху набирайте, все. 10-12 метров друг от друга, включая танков. Все, и стоим, спокойно себе бьем. Блин, калк в центре стоит. Пробудителя слить. Дал трусы, пробудителя слить, кто достает. Все стоим на месте. Забирайте. Ничего не надо бегать. Блин, пока Митриуса. Блин, Митриуса. Фокус, ну почти. Англия, а что ты под боссом? Там в как стоял. Порим мочивку, если в тебя кинется.
Уведи моба к стенке, к себе. Где ты контролишь, туда моба и уведи. Фанглиф, встань под стену. Ты же не пьешь все равно. Там мобай держи, бейте. Забирай другой танк, забирай другой танк. Все. Так, помидор, ставь-то там прилива маны. Да. Дмитрий, если хилите хилы, у меня маны нету пока. Забирай другой танк, забирай, по дебафу вы играете танки, по дебафу. Если есть на природу, воткни там эту штуку свою, стаю или что. Я уже воткнул, тотем стоит в центре. Год танк забирай. Хилим, рейд, сейчас больно будет. Базу забери. Можно сакру дать. Сейчас больно будет. Давай лучше. Дал сакру. Ну давайте, надо добить, успеть. Давайте. Все, отлично. Неужели? Полз без смертей, только йога. Ага. Пройдите завоевателя. Бля, хороший рейд, сейчас все за РЛ, без смертей, что надо. На изичек. Скажи, тебе точно надо это? Там войду, наверное. Пулика собирает. Прям вообще течка, когда слушают, ну, что делать надо. Короче, с ёжиком там выясняется. Так, покоритель, рульте. Подожди, пока не агри, сейчас маги там все ману отопьют. Этот, велика. Надо атриков, на АДК, норм кольцо. Если никому не надо, угу. Все, блин, иди танчи. А ты плеточника на себя? Вот, отлично. Играйте в плеточника все. Остальных мелких массе потом залечь. Ты думаешь делать тут? Да хз, там что-то хотели в рубку дровосек. Да, не давно, знаю. Давно хотим, давно. По идее, да, видишь, долго, если время есть. И желание, что можно сделать. Давайте голосовать, чтоб честно было. Не знаю. Что делать? Не, давайте сделаем, что давно не делали. Вырубка это что, 2 пака трэша или что? Да, это 2 пака трэша одновременно залить. Васек. Ну, это ну. Дерево. Ну, короче, да. Элементаль будет, что-то дерево, вода, какая-то такая шляпа, 3 моба. Ну так надо трэш чистить. Надо трэш везде чистить. Делиться на группы. Да-да-да. Давай заходи на Пало. Там сейчас Дмитриус на Пало заходит. Муровин, давай в танк. И я ставлю метки трэш, которые надо агрить. Которые надо убивать. Смотрите, аккуратнее, там босса не сагрите, сейчас, наверное, на нас пойдет. Ты что делал в итоге? Ну, вырубку и дровосеки, так понял, правильно?
делаем. Ой. Да-да. Ну, вообще, как убить деревья там, да? Угу. Одновременно. Ага. Отрывал 15 секунд по максимуму. Все, пока босс, пойдемте за мной, пока вон тут цветки почистим нам, это тоже все сливать надо. А, коробка попала. Давай, ДК, тяни кружочек в рейд, а Беллин, разводи этих мелких, забирай на себя. Эти цветки главное развести, они бафуют друг друга, апают очень сильно. А этих мелких заливайте массы, только не зацепите босса, мини-босса, вон он справа стоит. Аккуратно массы набирайте без звездопада. Все, пойдемте дальше. Тут то же самое, три моба убиваем. И у босса тоже. Надо аккуратно согреть. Всем подождать, пока они придут. АДК, иди и опять эту звездочку тяни на себя. А Беллина, ты ждешь, пока они мелкие подойдут. Цветки сюда подойдут. Да-да-да. Подожди, пусть еще подойдут. Вот теперь заливайте. Аккуратненько, без звездопада стволы. Вот они обратно пошли, видите, к мини-боссу, подождите. Надо туда массой долбить, шипешки пыткой, играйте в них, они подохнут. Ты что, пед за ним не побежал? Давайте делиться. Вон возле босса еще прям. Да тебе-то пока пофиг. Но сначала деревьев убить надо. Кстати, можно звездки согреть, Фрейд ушла. ДК, забери плёточника. Он тут осагрил. Бог, с него, кстати, можно диспелить эти стаки от мелких, я не знал. Которые цветки его бафуют, что ли? Да. А у меня не отображается, что можно. Ну, я сейчас диспелил. Ломоски. Маг. Вот я сейчас попробую. Ну, давай. Не дали. Нет, дали слишком. Сейчас посмотрим. Слишком скилловый рейд. Было там два стака. Нам понадобится три танка. И еще, наверное, один хил. Минимум 3 хила, чтоб на каждого танка, это минимум. Тут танков пробивает сильно. Пите. Привет, ты тут?
Да, давайте сменимся сейчас. Слышно меня? Раз, два, три. Да. Угу. Смотрите, как логичнее сделать. Вот у выхода большой древень, который стоит, каменная кора, он, короче, очень жесткий, он дебаф на танка вешает. Мы его будем бить всем рейдом, короче, в конце, когда у нас два мини-босса уже будут подбиты до 15-12%. Вот этот древень кора, короче, я поставлю ему череп, он вообще жесткий, кидает дебафы очень сильно, поэтому его бьем в последнюю очередь. Соответственно, тех двух мини-боссов мы их сливаем в первую очередь. Те группы, которые будут бить слабых мини-боссов, вы будете подбивать, короче, мини-боссов на ходу. То есть потихоньку будете смещаться вот к самому сильному мини-боссу, это понятно? И на ходу потихоньку, короче, так и будете играть. Все, ничего в этом сложного нет. Все, и сюда, короче, потом приходим, двух мини-боссов подбили, и потом спокойно агрим всем рейдом, короче, третьего, вот это каменная кора, и заливаем его. Потом даем рост где-то на 15% на 10%, и вместе всех трех боссов убиваем, сводим и убиваем. Все, ничего сложного нет. И распредели танков и хилов. А ты что, с шамана на кого ушел? А, я сейчас зайду. Мэнни. Так, ну смотрите, у нас Morrowind, танк, Экстримка и Белин. А ты спикни второго танка. Сейчас, секунду. Каменного древнего, что если тот словит баф, второй заберет. Подожди, сейчас я не могу так, надо мне сначала пати определить. Да, я не могу там танк же. Ну, самая сложная способность. Так, в первой пати хилит Квотербол, ЛТШП, танчит Morrowind, первая, вторая пати. Вы, короче, вместе играете. Сейчас я скажу, кто какого босса бьет. Так, третья, четвертая пати, вас там слишком много. Давай, вот первая, вторая пати. Определились. Сейчас, секунду, подумаю. Теперь третья, четвертая пати. Танчит у нас Экстримка, хилит... Так, секунду. Хилит черный лимон. Ну, Стюха, ты там захилишь их, окей? Все нормально? Там, по идее, ничего сложного нету хилить. Волной в танка почаще спамишь и все. Ну, Стюха, ты хилишь третью, четвертую пати. Сейчас покажу, где вы стоите. И получается пятая, шестая. Танчит у нас Даг Беллин, хилит Пеппер и Помидор. По идее, конечно... Панули. Лучше пятый. Так, а Animal Jazz еще в танке? Экстримку можешь в ДД спекнуть. Экстримка, да, спекнись тогда в ретрика. Экстримка, спекнись в ретрика. Animal Jazz, ты потанчишь мини-босса, ты играешь в третьей и четвертой пати. Так, теперь... Экстримку распределить силы. Экстримку перекинь в третью пати. Ну, в смысле... Да. Так, первая, вторая мини-босса бьет, третья, четвертая и пятая, шестая. Это всем понятно? Так, еще раз, танчит в первой и второй Morrowind, хилит Квотербол, в третьей, четвертой танет Animal Jazz, хилит Черный Лимон, пятая, шестая танчит Беллин, хилит Пеппер. Все, ничего сложного нету. Короче, теперь смотрите, пятая, шестая остаетесь здесь, мы будем бить кружочек. Квотербол, ты идешь на второго слабого мини-босса в самой дальней комнате, не помню, как он называется. Первая, вторая, идите за Квотерболом. Кославик, смотрите, вы, короче, будете стоять у этой, у каменной коры, самый жесткий мини-босс. Ты, короче, если что, позвучиваешь, но вы его не агрите, только по команде, окей? Как мы сюда всех двух мини-боссов сведем, подобьем их до 15%, сагрим древень каменная кора. До этого вы просто стоите, курите. Ну, можете нам помочь. Первый, второй, пятый, шестой. Кто вот сейчас пока не задействован ни в чем. Давайте, третья группа вся идет к Квотерболу, третья группа, а четвертая группа идет вся к Пеперу.
Что, добегать, я чекаю на АФК на котором. Фокус в ДЦ быть или ШПК? Да пусть ДЦ будет, там очень сильно прилетать будет. Там АУЕ очень хорошее. Короче, ребята, смотрите, последний чек на АФК я буду начинать. Во время боя с мини-боссами они будут применять, короче, заклинания, способности всякие. В лучах стоять нельзя, корни вражеские надо сливать. Весь трэш, который выходит мелкий, тоже надо сливать. Все, что тут появляется и вылазит, вы убиваете, либо захиливаете. Все, ничего сложного нет. А тут же те же способности, что на боссе получаются, да, когда в хм. Ну да, по идее, да. Так, Беллин, ты ко мне идешь и танчишь древень светлый лист. Все, у нас все готовы, с богой ничего тебе не хватает. Танки, вы готовы агрить мини-боссов? Сейчас только двух мини-боссов агрим и сводим туда к выходу их. Ведем потихоньку. Все, давайте агрим. Беллин, погнали. Потом вы себя озвучиваете, если что. Пульте, бьем мини-боссов до 18%. Иди потихонечку, к входу, как мы сюда едем. В лучах не стоять. Корни все слить. Муравин, да хильте его. Только не спиной вперед. Фибрилляции корни разбейте. Богойный стопник. Ты пиздец, лоб. Так, Ахломанчик, беги сюда к нам и резай Лока. Фрей идет, аккуратнее. Муравин, посмотри внимательно, где Фрей. Там с Англии надо разбить корни. Хильте, Муравин, да. Корни, вы с него разбейте. Реса Лока. Реса Лока и подхилива. Стоп. Захиливайте рейд. Корни слить. Хорош там бить этого древнего железного. Помогайте себе. Да, стопайте, 12% осталось. Да не бейте, помогайте нам. Кружочек вот, бейте, все. Стоп, ну блин. Мелик, ты куда пошел? Корни сзади. Сзади корни. Отведите босса, ты сейчас заудишь. Отведи, бейте все, кружок. Муравин этот квадрат, а то его сейчас тоже залью. Надо просто одновременно слить. Эти кружок до 15%. Ну почему же не продолжало все? Топкаст. Ты кастуете. Переливаем рейд. Эти кружок до 15%. Все, давайте самого жесткого переключайтесь. В черепок. Топкаст. Черепок. Ты говори, я хилю, не могу, короче, говорить. Окей, черепок сносим до 10% где-то, и потом сводим три босса. Давай одновременно. Приготовьтесь, скоро надо будет топкаст. Уже сводите. Сводите. Сводите босса, да. Сводите. Давайте рост. И играть массой. Надо их одновременно слить. Давайте, заливайте скорее, ну. Все, отлично. Без роста не убили бы? Короче, тут надо сейчас два танка на босса будет. Потанчит Мору Винт и Беллин. Все остальные спекайтесь в ДД. Она сейчас легкая осталась. А сейчас босс, короче, супер легкий. Я сейчас схожу челика ресну. Не начинайте пока, подождите. Фу, как он там оказался? Тут все равно сейчас АФКшить. Ждать две пачки одинакового трэша. Да. Там было с Локом, расскажите. Да, кстати. Я хорву. Ты просто сдох, что-то, я не знаю, либо агро, либо что. Дайте... Я просто метаморфозу прожал сразу и пошел. Да нет, я там ударил Джага, и на мне 100% агро был. Я за ним бежал, но не спадал даже. Вообще, теперь я с этим ману, смотрите, по бафам что не хватает, и будем начинать. Короче, наша сейчас основная задача — ждать трэш. Трэш — это три элементаля будет. Я буду меточки ставить, в них вы не играете. Мы их сначала, короче, как дворфов копим, нужное нам количество, по две штучки. Потом сводим в одну точку и заливаем их.
Все, ничего сложного нету. Ачивка накопительная, короче, как дворфа, то же самое. Че, чек? Смотрите, я во время трая сейчас буду озвучивать, что делать. Давай, БДК 1 начинай. Просто стоим, курим, босса не бейте. Ну, можете там палец что-нибудь потыкать его. Для вары агрона брать. Хилы хилят, соответственно. Вот, это трэш с Ливан точечно. Ставлю метку, звездочку бейте, звездочку все. Без масс играем. Всегда в метку играйте. И снова в звезду играйте. Вот он не так сильно. Снова в звезду. Ну ты сказал, снова чего кружочек. Накопительный. Вам надо за 10 секунд слить все. Ну, две бочки. Снова кружочек. Кружочек бить. Без масс. Кружок. Ищите кружок и без масс фурики. Сейчас вот хлопнет, не бейте массы, точечно шпшки поиграйте. Там слабый какие-то. Чем заливайте уже нормально. Ну да, так они по 9к. Все, просто стоим, ждем, короче. Нам надо 3 элементаля. Пара там агрессию набирают и так далее. Карту сбивайте. Под грибы, ребята. Большого этого лоха слить надо. Как можно быстрее. Дар тоже можно слить. Хотя кружочек слить. Типа дерево. Беги, малышка, беги! А? После. Ты включил хп бар, я так ору. Че? Ну там некоторые бегают так отдельно. Косты сбить, милики, надо, там луч солнца постоянно сбивать. Сейчас смотрим на трэш, какой появится. И сгребаю, выжить появится. Он увеличен. Прослить, дар слить. Сейчас элементали, по идее, должны появиться, но не факт. Нужное нам. Да, вот элементали, давайте до 50% подбиваем их, до 50. Блин, собирай в сторонку их отводи. До 50. Все, уже не бейте, шипешки точечно. На там подбейте еще пару процентов. Все, не бейте, их не надо. Отведи их в сторонку, Беллин. Отбегите все от них, пусть они там в сторонке останутся. Все, стоим, ждем. Еще надо такой же стак. Точечно такой же. Стоим, ждем. Белин, просто стоим, ждем. Печать на сил. Чтоб не убил. Просто стоим, ждем. Сейчас посмотрим, кто у нас вылезет. Давайте, три метки снова ставил, также до 50%, как каждую меточку подбивайте, только следите, чтобы массы не залили, каждую метку до 50-30%, потом будем сводить. Пока ждем, вот. Стопайте урон, каждую меточку подбейте до 15% каждую меточку. Вот теперь сводите в одну точку. Маги, давайте фрост новую и заливаем массы их. Давайте, заливаем массы. Быстрее, заливаем. Точечно добивайте его. Все, просто сейчас в босса играйте. Просто в босса бурстите и все. Она сейчас ватная, по идее. Бьем так. Смотрите, если появятся грибочки, прыгаем под грибы. Если цветочки продолжаем дамажить, не бойтесь, нормально, все, мы ее убьем сейчас. Появится дар, эронара, ДКшка, притянешь хваткой. Вот, притягивай, давайте в дар, переключились, все, быстрее в дар. Дар. Уже плохо, все, отлично. Поясните, что делать дар, вот я этого не знаю. Не отхиливает, если его не убьешь. Ну, тихо, ПП. Даже мобов отхиливает.
Ботинки. Ну, неплохо так. У нас 5 паладинов, можно вообще изи попробовать на мины не наступать. А мы же хотели делать этот хардмод. Блин, хреново, просто у меня времени тоже ограничено. Похоже, я опять не сделал его, нет. Ну, давай тогда не будем, ладно. Надо ж тебе его не рисовать. В следующий раз пожарника сделаем. А чего лет не идет? У нас же до сих пор один слот висит. А крити трэш по одному, по два моба приводите сюда. Тут кроме тебя больше никто его и не просит, это жарко, так что... А мне он типа тоже нужен, мне как-то... Вот ребята, у кнопки там трэш не агрите, а остальное слева-справа на этих, на больших плитах агрите, у кнопки не агрим. Чё? Потому что там бой висит. Из масс играйте? Агрим только точечно. Сейчас чекаем, бафаемся, проверяем танков и будем начинать. Ну тогда мину можно сделать. Подождите, бой висит, надо еще кого там обослить. Сейчас я приведу, стойте тут. Еще пока висит. Кружочек убейте, помогите. Без нас. Вот блок у тебя бой? Надо тоже бой висит. Надо еще одного моба. О, кружок поставил, бейте его точечно. Собака. Ну пойдем последнего моба. У всех бой висит, да? Ага. Ну так и будет висеть. Ой, сука. Ну, мы тебя не суманем, видимо, в прилеции. А то рыбовый. Сходи шаману. Мы не будем сейчас все равно делать этого пожарника. Могу кому-то диван дать, например, Локу. Дам диван, короче, он присумонит. Ханты бой скинут, нажмут на этот, и роги тоже скинут бой. А рейснет, кстати, да. Давай. Так и роги сумонят, он рейснет. А резнет охламончик БРМ. А. У меня боя нету, могу резнуть. Ну вот. Animal, дай мне этот камень, короче, на диван. Дим, два там парочку, я тебе верну. Там Белин очень хочет пожарника, я не знаю, будем делать. Так. Можно тогда Олега на Артру? Я говорю, у меня времени ограничено, я 3 трая максимум дать могу и все. Опять без волонера остаюсь. Я бы лучше на Next КД. Next да. Его не будет. Как бы другу, давай тогда через КД его сделаем. Короче, все равно его кроме тебя никто не просит, и поэтому в следующий раз его тоже, скорее всего, никто просить. Просто смотри, сейчас если пожарника делать, мы и так много чего уже сегодня сделали. Вырубка, дровосек, ну понимаете, да, там? Уже время затягивает. Короче, давай лог ставь в шкаф. Лог ставь в шкаф и ресети меня. Не трать БР хламон. Десять секунд. Какого боя нету? А вот лука отлично. Да, на лока я кидал диван. Короче, у нас 5 паладинов, это вообще шикарно. Прям лучше не бывает. Кино есть такое, лучше не бывает. А типа, пусть на первой фазе милики, кто не шарит, не подходит, а на третьей стоят прям четко в боте. Вот прям в нем. И тогда, в принципе, можно бомбы сделать.
Сейчас расскажу все. Как будем делать? Смотрите, два танка. Моровинд и Белин. Белин, короче, на мелком трэше висишь, Моровинд, ты на боссе. Моровинд на последней фазе, босс соберется, короче, в три части. Тебе нужно агрить низ самый. Вот этот, короче, как его называют там? Танк. Да. Ты агришь, короче, танк, самый низ, и босс будет постоянно на тебе висеть. ЛПшки жмешь в танк. Все, это понятно, да, чтобы агротия набирать. Далее, короче, смотрите. На четвертой фазе, когда весь босс соберется, нам надо 3-4 очень сильных РДД, которые будут бить башку. Все остальные будут играть в тело. Давайте определимся, кто у нас очень сильный, короче, РДД и будет играть в башку. Это по-любому Мараксус, маг нам нужен. Фокус, ты в ШП, нет? Вот, отлично. Фокус будет играть в башку. Так, Охламончик, Сова, ты будешь тоже играть в голову. Прожимаешь звездопад там, короче, и все, стоим, играем в башку. Так, Альтея, сейчас, секунду. Айга, он говорите, хороша. Кто еще сильно? А вот Хантер, по-моему, смели сунели. У нас еще 4 ретрика, она же миликами занимается тоже. Подождите, я пока говорю, кто будет на четвертой фазе башку бить. Да башка опять упадет раньше времени. Не-не, сейчас все четко будет, я объясню, что и кому жать. Так, еще раз, смотрите, голову бьет Мараксус. Забыл, кто еще там у нас? Охламончик. Хмели Сунели вроде нормально дамажит, да? И давайте фокус, вот. Вы четверо бьете башку, все. Остальные, весь рейд играют в тело. Теперь объясняю, как вы играете в тело. РДДшки все и милики. Это середина, короче. Ретрики бьете через бурю. Фурики тоже рассекающие, плюс вихрь юзаете. Далее, кто там? Блин. Ну, эти ретрики жмут бурю плюс... Лужу там лютую, я не знаю, короче, массой играете. Это очень важно. Если элимы есть, тоже цепуху, короче, юзаете. Так, что, мины-то будем пробовать делать, да? Конечно. У нас 5 паладинов. Короче, на первой фазе взорвут, калк и войд. Это вы взрываете первые мины. Я, если что, подстрахую, короче. Мало ли, если вторые мины появятся, я подстрахую, потому что милики сейчас тоже будут бить. На последней фазе будет у нас взрывать, короче, экстримка и Animal Jazz. Объясняю, на последней фазе как взрываем. Весь рейд будет стоять, короче, под боссом. Просто строго под боссом. Мы даем рост, и все остаются на месте, и играем в назначенные части тела, кому я что говорил. Все, я даю команду Extreme Animal Jazz, прижимаете бабл и взрываете мины. Все остаемся на месте. Ну и все четко, у нас босс падает, никто на мины не наступает. Что еще не сказал, говорите. Все понятно. Все, сейчас стойте, РДДшки все стойте в кружке. Сейчас надо будет максимально быстро, короче, бурстить этот низ. На шоковом ударе, вы бежите туда, где нету мин. Заранее. Калк и... Так. Кто у нас взрывает мины? Я забыл. Калк и... Кому еще говорит? И Войд. Да. Все, теперь все милики, подходите к боссу. Моровинд, иди тоже в центр. Моровинд, иди в центр. Все милики тоже подходите. Вы будете бить босса. На шоковом ударе вы будете бежать в рейд. Все, и поехал агри Моровинд босса и погнали. Ой, так поймай. Идите, милик. Давай, агри. Моровинд, агри. Бейте босса. Прям в него зайдите. Давай, прижимай бабл. Стойте все на месте, милики. Взрывайте мины. Все, отходите, бегите сюда в рейд. В кружочек, бегите все сюда, милики, шоковый удар. А давай не забыли, мастер Моровин, беги тоже к нам сюда. Все, ставь обратно в центр скорее. Милики, уходите из мили-зоны, уходите. Стойте теперь все у нас. Уходите, один танк остался там. Все, и добивайте босса. Один танк остался там, и только он один.
Сейчас стоим тут. Стоим тут, ждем. Все, я прожал бабл. Хильте. Я прожал бабл. Пойду минки на всякий случай заберу. Там одна мина осталась, очень аккуратно. Одна мина осталась. Не подходи. Сука. Ну зачем? Ну ёбаный в рот. Блин, ты же ачивку запорол. В таком поводе в бабле был, нет? Нет, он после прожал. Нет, после прожал. Не, он в бабле был. Дебаф не сказал. Вон Адон тебе показал. Да вон Адон-то уже показал, поздняк витация. Зачем вы его вообще взрывали, если они пропадают все равно? Уже сказал, никому не подходите, я взрыву, ну что ты делаешь? Хорошо, я ебанул ты. Казак, короче, можно упасть? Можно, чтобы на верочку мины сделать, можно упасть? Да не, давай, не надо. Не надо падать, забей. Пойдемте, значит, идите все сюда. Под босса вставайте в звезду. Все, сейчас брустите тело. По моей команде надо будет забежать за спину. Просто бейте босс. Захиливаем рейд. По моей команде надо будет забежать боссу за спину. Постоянно за спину забегаем. Тело будет двигаться в неизвестном направлении. Из метки выйти, из красной. ШП или кто там, выйти далеко. Стоимся. Сейчас надо будет забежать боссу за спину, когда начнется обстрел. Не будет. Все, стоим на месте, добиваем. Добиваем. Нормально. Отлично. Давайте, идите все обратно сюда, в звезду. Спасибо, друзья. Благодаря вам. Сейчас голова появится, очень быстро бейте. Вы чё, канал бы отключили? Ну, чё-то барахлил там. Медлики трэш залить? Все, заливайте драж, подходите все вот сюда, в звезду, весь рейд абсолютно. Один танк у нас в центре будет, заливайте весь трэш. Смотрите, объясняю. Смысл в чем? Сейчас нужно все части тела залить одновременно. Вы играете так, как я сказал. 4-5 человек бьют башку, остальные играют в тело, и при этом играете массой. Танк ты агришь самый низ на себя. Можешь сейчас в лужу разлить, и в самый низ жмешь ЛПшку. Танк сагрит, вот давайте подходим под босса. Подходим под босса. Бейте все части тела. Давайте рост. Давайте рост. Все, и стоим, короче, бьем, как я говорил. Тебе на месте просто. Низ больше. Метки, выйти, с метки. Стоим, добиваем. Стоим на месте, добиваем. Давайте в тело сыграем, в тело, за спину. В тело быстрее, ну, секунда. Все отлично. Успели. Прям на тоненького. Че, еще без смерти получилось, что ли? Да. А, ну хоть отдат, что тут? На мужика захуярили, да? Уголовное бить будем сегодня? Ну да, по-любому. Портал обвалившаяся галерея. Уголон без смертей на ачивку 1000 ИП. Это пиздец. Это очень много. Изи делается ИП. Уголон? Изи босс. Да, без смертей 1000 ИП. Ну да, так попробуй сделать. Там кто умрет, мне кажется, у того IQ меньше одного, блядь.
умрет Войт. Поменяем некоторых людей, поменяем по-любому, я нафиг не хочу рисковать. Да что вы? Потанка тут, Беллин и Моровинт, идите вниз, станчите. Не, блин, если бы сразу сделали, было бы вообще зашибись. Хильте, хильте, хильте танков, помогайте. Второго бейте тоже, второго бейте. Ставьте их в одну точку. Сейчас, короче, идет вперед только два танка и хант. Остальные все стойте тут в звезде. Пусть они нагорят, а потом массы их зальем. Ай, напуливай, напуливай. И заливайте теперь массы. Сейчас этого моба большого убьем. Хантер, дашь стаю? Помнил веселую историю. Сегодня ночью в 10 гере протопал. Что-то его там прошибло жестко от шаркарей. Я на себе боб кинул. Было весело. Я, кстати, помню. Но он успел забрать опять, ну, танк прожать у этих шаркарей, но они так уже подошли. Рискованный танк, да? Отчаянный пацан. С джиперсов, наверное, да? Да, с джиперсов, чувак. Поражение. Не удивляюсь. Он нормально танчил весь инф. Не, ну это показатель скилла, высокого скилла. Даже Джерри он так не умеет. Да-да, Войт. Умнишь, как ты мне боб дал святу в РС-ке. Угу. Показатель высокого скилла. Ну босса не было еще, случайно. Короче, сейчас, подождите, весь рейд добежит, не спускайтесь танки. Все стойте тут в звезде. Хильте Беллина, хорошо. Хильте Беллина все? Очень сильно. И заливайте массы. Держи весь.